новой музыки и музыки с нашего будущего альбома, который выходит буквально через месяц. У нас будет в декабре здесь же его презентация. И мы сегодня поиграем, в общем, достаточно много разной музыки и из этого альбома, и совсем новой. И вот сегодня мы хотим начать с нашей новой пьесы, которую мы совсем ее недавно сделали. Но вначале я, конечно, вам должен представить моих друзей, коллег, великолепных музыкантов, с которыми мы вот только что уже побывали во многих городах, поскольку сейчас ездили на фестиваль «Джазовая провинция». Барабаны Петр Ившин. Контрабас Виктор Шестак. Ну и так мы хотим начать сегодня с такой немножко медитативной, я бы сказал, композиции. Она называется «Между строк». Thank you.
Сейчас мы сыграем, как ни странно, одну из наших очень старых пьес, записанных еще на самом первом нашем альбоме, который назывался «Никитский бульвар». И композиция, честно говоря, которую мы совсем переработали, сделали по-новому, долго не играли, но сейчас вот вновь решили опять ее повторить. Она называется «Танец звезд». Thank you.
больше. Сейчас мы сыграем тоже одну из наших новых песен. Так уж получилось сегодня в первом отделении. Мы играем почти совсем новую музыку. А эта вещь, может быть, по названию имеет некий программный характер, но на самом деле написана абсолютно, я бы сказал, на эмоциональной сфере. Композиция носит название «Искушение». Thank you.
Сыграть в заключение нашего первого отделения пьесу, которую я написал уже, конечно, значительно больше, чем год назад, но я ее назвал именно просто временем того месяца, когда я ее написал.
Она так называется «Август». Thank you.
Петр Рыбчин. Виктор Шестак. Меня зовут Дмитрий Лукин. Спасибо, друзья. Мы сделаем небольшой перерыв и вернемся. Вот такую филармоническую тишину. Друзья, мы сейчас сыграем. Мы не можем ни одного концерта сыграть, чтобы не сыграть какую-нибудь из наших прелюдий. Сейчас мы сыграем прелюдию номер 4. Она записана на альбоме. И чтобы вам сразу не было скучно это слушать, я скажу, что в конце нашего концерта у нас будет замечательный сегодня подарочек для вас в виде прекрасной гости. Ну, а за это потерпите немножко еще инструментальную музыку.
сейчас сыграть пьесу, которая нигде никогда не записана, но мы ее очень любим. Она называется «Солярис». Thank you.
На сцену тот самый сюрприз, о котором я говорил. Это наша замечательная, любимая, близкая по духу и вообще музыкальному мировоззрению замечательная певица, с которой мы, кстати, сейчас объездили несколько городов вот в рамках фестиваля «Джазовая провинция», именно вместе с нашим трио. Я с большим удовольствием приглашаю на эту сцену Алину Ростоцкую. Добрый вечер, друзья. Хорошо представил? Просто красавица вообще. Страшно петь, страшно издать вообще звук после такого. Да, шучу, конечно. Всегда очень приятно вообще играть с ребятами. Мы сыграем две вещи, которые мы сыграем. Да, все, говори. Да. Скажи, пожалуйста, про них. Мы сыграем две наши композиции, в которые Алина, я считаю, чудесным образом вплелась. Мы сыграем их прямо одно за другой. И закончим на этом наш сегодняшний концерт. А первая композиция называется «Старый город», а вторая композиция «Аура». Thank you.
Thank you.
Спасибо большое. Алина Ростовская. Дмитрий Локтин. Катаришин и Виктор Шестак. Yeah.
Спасибо. Ну, вот эту композицию и некоторые другие мы сыграем 13 декабря, когда будем презентовать наш выходящий альбом, куда вас всех и приглашаем. Большое спасибо.